Разодеться в пух и перья. Так, по традиции, девушки выходили к женихам на Масленицу в самых лучших нарядах. Вот и алтайские артисты с не менее широким размахом предстанут 10 марта на Универсиаде. Выступать от Алтая будут 44 артиста из Бийска и Барнаула. Обещаю, что программа будет очень оригинальной. Я подала именно эту программу, потому что я поняла, что Универсиада как раз проходит в то время, когда идет Масленица. И как бы не показать иностранным гостям со всего мира наш вот этот праздник широкий, но это невозможно. Все секреты журналистам открывать не стали. Известно лишь, что развлекать публику будут не только танцами, но и бытовыми сценками. Например, общением тещи и зятя. Как утверждают постановщики, программа сложная. Между тем, времени на репетиции остается все меньше. Мы за голову схватились, потому что короткие сроки, и мы буквально всех звукорежиссеров, которые более-менее могут работать с народным материалом, подключили. Много раз уже с Ольгой Ивановной делали Масленицу в Новой Тырышкино, но новая площадка всегда, наверное, волнительная. В культурной программе алтайских артистов задействуют и огромных кукол, ростовых. Выступать в тяжелых костюмах придется как парням, так и девушкам. Нужно не только в них уметь двигаться, еще нужно уметь носить на себе. Поэтому у нас очень много функций, мы постараемся их все выполнить. Мы будем не только выступать на сцене, но и развлекать народ, который будет приходить, смотреть на артистов. Через две недели наши отправятся в Красноярск, а уже 10 марта в рамках 7-часовой программы алтайские актеры и танцоры выйдут к зрителям несколько раз. Валентина Аскерова, Ирина Харитон, Николай Шилко. Наши новости.